Сегодня я хочу показать несколько интересных советов по Федоре. В частности, вот один из энтузиастов Федоры, он, значит, придумал такую штучку. Вот если зайти в интернет, и набрать в поисковой строке вот такое интересное словечко Феди. И вот нажимаем Enter. То вот здесь сразу на одной из первых будет вот эта простая страничка, и на ней вот будет дана вот эта вот команда для Федоры. Вы ее выделяете и копируете. На этом можете браузер закрыть. Затем идете, нажимаете первую там буковку Т, чтобы показался терминал. Нажимаете на терминал. И вот здесь вставляете то, что взяли от Феди. И нажимаете Enter. Так вот, этот Федя, он составил список самых популярных и востребованных программ, и которые обычным путем через их магазинчик с программами днем с огнем не сыскать. Где их тут магазинчик? Сейчас покажу. Вот этот магазинчик. Оформлен, конечно, красиво. Все разбито по рубрикам. А вот ходовых и востребованных программ нету. И он, значит, вот сделал такую программку. Сейчас вот мы ее вставили в окно терминала, нажали кнопочку Enter, и она сейчас скачивается. Когда скачается, я скажу, что дальше будем делать. Ну вот, в окошке терминала, значит, появилось сообщение Complete, выполнено. Теперь мы закрываем это окошечко, идем вот сюда, и вот здесь набираем нашего Федю. Вот он, сразу появился. И плюс, он у нас еще должен где-то и здесь сидеть. Вот он. Вот мы сейчас что-нибудь отлепим отсюда, а Федю, ввиду его явных заслуг, поставим сюда. И вот смотрим. Я нажимаю на Федю, на Феди. Появляется там список и так далее. Вот, дополнительные программы. Отмечаем и набираем, и нажимаем на кнопочку Select, выбрать. И вот, допустим, здесь есть и Google Chrome, и Dropbox, и Skype, и TeamViewer. Ну вот, ради интереса, значит, я сейчас поставлю, ну я не знаю, ну поставлю вот Google Chrome. Нажимаю Select, и вот он начал его скачивать. Ну, скачает я. Ну, вот он, в конце концов, отбросил сообщение Successfully completed. Успешно выполнено. Но это все легко проверяется. Закрываем экранчик. Идем сюда. И смотрим. Вот появился значок Google Chrome. Вот мы его берем, допустим, сюда вставляем. Вот он у нас, он есть. Вот он спрашивает, сделать ли Google Chrome браузером по умолчанию. Я всегда соглашаюсь, мне он нравится. Браузер хороший, быстрый. И остается только завести свой почтовый адрес и пароль.
и вы будете записаны, уже войдете нормально, полноценно в Chrome. Вот так вот с этой простенькой, с помощью вот этой простенькой команды Феди, значит, можно поставить очень много чего.